Татьяна Ульяновичева. Итак, операция «Эвакуация» закончилась скандалом. Хозяева эвакуированной машины попытались отвоевать свое транспортное средство. Как заявляют сотрудники службы эвакуации, легковой автомобиль они эвакуировали на улице Канавинской за стоянку в неположенном месте. Но хозяева с таким положением дел оказались не согласны. Они на такси догнали эвакуатор и начали на нем буквально стоячую забастовку. Собирают нашу машину, мы догоняем. Они едут задом, мы догоняем их. Потом залазим сюда, меня пытаются скинуть, у меня остались тут синяки, рука болит. На такси хозяева машины догнали, остановили эвакуатор. Девушки грубо нарушают, просто хулиганство. Машину собирать нет. Можете, остальное ничего не можете. Я только транспортирую его, и все. До спецстоянки. Я вышла воды купить на 5 минут. Таблички, что работает эвакуатор, не было. А у нас вступил, по-моему, закон в силу с 15 июня, что, чтобы эвакуировать машину, должна быть таблица, что работает эвакуатор. Где составление протокола вот за это? Вы сами нифига не знаете, а машину забираете. Да, на ходу, рисковая дама. Все равно могли бы уж девушку пожалеть и отдать бы автомобиль-то. Надо ставить просто машину в положенном месте, вот все. Тут сейчас везде запрещено парковаться, и что, теперь не ездить? Ну, давайте на велосипедах все перейдем. Делайте тогда велосипедные дороги. Ну, если водитель пришел, снимайте машину, ты правильно? Если эвакуатор не тронулся с места при эвакуации, подходит хозяин. Мы эвакуировали эту машину на улице Канавинской. Как вы думаете, тронулся эвакуатор с места или сюда просто так нарисовался, здесь вырос? Проверьте у них регистрацию, в конце концов. У них вообще она имеется, не имеется. Эвакуатор я не заказывала. Это вот мадам подбежала и открыла машину своими руками. Подбегали. Вот остаток от наклейки. Вот он. Остались кусочек печати, что машина была опечатана. И то, что она говорит нет, это все останется. Он подозрительно вообще разговаривает. Не кричите, пожалуйста, сейчас со всем разберемся. Он постоянно кашляет, неизвестно, он, возможно, даже и больной какой-то. Ну, конечно, это неправильно, то есть, ну, не делает. Надо сначала разобраться в данной ситуации, после чего лазить по своему автомобилю, правильно? Я буду стоять рядом с машиной. Вы не заводите скандалы, просто понимаете, в любом случае он автомобиль уедет. Просто усугубите эту ситуацию, Дана. Пускай все, что угодно будет на совести вашего сотрудника. Вы сейчас любую машину заберете и доказываете вам. Бегай свое, трать драгоценное время. Мы сейчас вам, если докажем вашу вину, то получается с вашей стороны уже хулиганство. Конкретно в моей работе такое было уже второй случай. Но не в пользу водителя разрешилось, это все ненормально. Если нарушает все, поэтому эвакуация производится. Дальше буду писать заявление в суд, потому что они мне машину испортили. Ну, диски, да, очень прилично. Кстати, хозяева эвакуированной машины будут обжаловать еще и законность эвакуации в целом.